Спустя 30 лет после восстановления независимости знания русского языка продолжают необоснованно требовать на рынке труда, заявил президент Латвии Эгилс Левитс. По его словам, это проблема. Ее нужно решать государству. 15 октября в Латвии впервые будет отмечаться День государственного языка. В преддверии этой даты в Рижском замке прошла конференция, посвященная значению латышского языка для государственной идентичности. По словам президента, цель конференции новой памятной даты – разъяснить, насколько сильные позиции латышского языка, как он развивается, что ему помогает и что задерживает его развитие. Не обошел стороной Левитс и русский язык, подчеркнув, что русский язык в Латвии такой же иностранный, как любой другой. Спустя 30 лет после восстановления независимости знания русского языка продолжают необоснованно требовать на рынке труда. Люди, которые ищут работу, вряд ли будут жаловаться и идти в суд. Это проблема, и ее нужно решать государству. И позиция в этом вопросе не может быть двуличной. Решение суда Сатверсмы гласит, что любому лицу, живущему в Латвии, нужно знать латышский язык и свободно его использовать.